Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Мы продолжим прохождение игры Darksiders. Так, нам нужно собрать 500 душ. Так, давайте откроем карту, посмотрим, что у нас. Дошло заехать тоже, посмотреть, что там. Пока все круша, блин, наберешь эти 400-500. Блин, в машину впечатался. Блин, не успел. Кастрация. Тренировка перед боем. Так, что у нас, сундучок тут какой-то? Это здоровье. Так. Какие-то кристаллы, проход закрыли, там к сундучку. А, мы их разбить не можем. Уже почти 500 тоже, блин. Земля какой-то. О. Один выживший. Там что-то есть. А что за хрень? Какая-то булава. Назад не разрубил. А, сундучок с душами. Ну, уже 500, даже ходить, грубо говоря, что-то там есть. Левый контрол погружения, пробил всплыть, аль для ускорения. Нам хватит душ, чтобы утолить голод Вульгрима. Может, теперь он утолит наше любопытство. Артефакт, солдат. Если не...
Какой-то артефакт нашли. Так, ладно, пока не пойдем к нему, пойдем собирать все остальное. Даже обычных птичек можно убивать. Так, еще один сыночек с душами. Так, по карте что у нас? Мы здесь. Где-то еще один должен быть. Там наверху. А как его достать только? Да. Так. Как туда залезть? Ран то серое облако. Как-то. А вот еще одно. И там. Ну, то есть какие-то порталы или что-то надо потом открывать. Тоже 200 в запасе даже. Какая-то хрень вылазит с мечом. Зачем мне? Мы и так то сделаемся. Жалко, если никакого стрелкового нет оружия. Опа! Ты что там сзади? Подкрадываешься. О! А ты откуда вылез? Чудо-юдо. Не круши имущество. О,
Пожиратель хаоса стал сильнее. Переполнен энергией. А, то есть просто им кого-то убивать? Оп! Получи. На, еще. А теперь контрольный в голову. В общем, чем больше убиваешь оружием, тем сильнее оружие становится само. Неплохой такой запас уже. Все окружение уже разломали. Да. Так, всякие цепи, куда что? Так, что у нас по карте? Еще значки есть? Какой-то сундук в помещении там. Ну, еще душ. То есть здесь можно вначале хорошо затариться тоже. Еще из мебели сломать. Вроде подумай, да. Не живая, а души есть. Так, что у нас тут? Душами. Косарь душ почти. То есть с запасом идем. Вначале, конечно, хорошо так затариваться. Еще один сундук на здоровье. А душ он не дает. Еще пушечка. Так, что там внизу у нас? Еще один сундук. Ну все, походу все собрали. Так. У нас что по карте получается? Угу. Какая карта? Да, вот это. Один сундук остался, но я не могу его достать, он наверху. Чем-то эти шипы напоминают такие руки огромного демона, которые сожмутся прямо к городу на месте.
Да, конечно, то, что душ здесь дофига потребуется, это, ну, видимо, да. Так, пойдем Вулгрима покормим. Эти Да-да-да. древние врата мало кого слушают, но при Ну, помощи само собой. одного вы можете прийти к взаимопониманию. Пройдя врата, найдите мницу Самаэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, Шишек, короче, дофига. опасно близка. Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. Короче, души ему, торгашно здесь будет, получается. По пути тебе могут попасться предметы, обладающие для меня особенной ценностью. Любая вещь, любой осколок, все, что можно назвать артефактом легиона падших. Ревун. Ну, ясно. Во. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Так, коса. Косу купить, что ли? Новое оружие. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Надо думать, народ, что у нас купить? Какие-то апгрейды, что ли? За неумирающий. Фига себе, за 3000 игру продолжить игру дальше. Оружие не ключ. Вот надо тут копить 1000. Так, пойдем к вратам. Что у нас тут? Так, посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Так, шипы какие-то, жизненная эссенция. Ладно, поставим пока. Так, что у нас тут еще есть? Вот она, коса. Вот он. А вот шкала, она заполняется. Значки, 4 уровня, получается, усиление. Врата активировали. Ого! Врата это эти големы здоровые. Кто говорит на языке предков, пробуждает меня от сна без сновидений. Значит, мы свободны. Никто не свободен, пока не повержен разрушитель. Разрушитель. Да. Мы скованы его властью. Да. Это и остаемся его врагами. Конечно, то, что врагов зовем друзьями. Такие големы, ворота. Проходи. Такая победу бандура. Должен принести. Свободу должен добыть. Да. Слава богу, что с ней не воевать. Если таковы врата, то мне не терпится увидеть, что за ними. Но тебе все не терпится. У меня аж коса еще есть. Правая кнопка мыши коса и левый меч у нас как раз. Ну так быстро переключаться даже. Да, прикольно. Так. Туда что у нас? Пошли наверх.
Доски мешаются. Ух ты, пердун старый. Что еще взорвется вместе со мной? Лежи дальше. Еще один внизу, блин. Сколько ж вас тут? Так, что у нас? Значит, косая этот, а? Что у нас по карте здесь? Там артефакт наверху. Ты как посмел. Так, туда мы не можем пройти. Как, короче, не пролететь туда. Ну ладно, пошли вниз, чё. Где там этот? Ух ты. Я забыл, что он взрывается. За вопли. Так, о, а можно выбраться сюда. Там какая-то пещера. Что у нас без воздуха, можем плавать. О, какой-то сундучок здесь. Камень жизни. А, дота черепов. Собери 4 куска и получишь, короче, один большой. Так, здесь больше ничего нету. Ныряем. Как с таким количеством металла на себе, только не тонет. Так, пойдем наверх. Ты кто такой? Давай, до свидания. Еще какой-то вылез. Сундучок. О, вон там сундучок еще интересненький. Только туда залезть, получается, можно только через верх. Там какая-то сфера. Надо какой-нибудь типа гарпуна, что ли, или чего-нибудь такого хватать. Веревки туда. А потом вернемся. Горячие виселицы. Разом взрывы нам не вредят, зато демонам вредят. Страховку им точно никто не заплатит.
Ну, я думаю, на этом мы остановимся. В следующей серии продолжим. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, оставляем свои комментарии. Всем удачи и пока.